Кировском районе Самары устраняют последствия непогоды. Городские службы благоустройства продолжают активно вывозить снег. Особое внимание уделяется участкам вблизи социальных учреждений. Работают дворники. Однако рабочих рук все равно не хватает. С 8 утра глава Кировского района Игорь Рудаков помогает приводить в порядок территорию около школы номер 77. Вместе с ним трудятся более 30 человек. Расчищают тротуары от снега, раскидывают противогололедные материалы. Это весь личный состав администрации Кировского района, МБУ наш, Кировская, наши подрядчики, все управляющие микрорайонами, это 25 человек. Сегодня во всех дворах работают дворники. Ну, понятно, что мы за сегодня прям вот идеально все не приведем в порядок, но я думаю, что процентов на 80 территории будет убрано. Жители ближайших домов отмечают, техника работает активно, что очень радует. Много, да. Там трактор, машина. В сравнении с прошлыми годами, конечно, получше. Да, взялись молодцы. Ученикам, конечно, хорошо. Мы пенсионеры редко выходим, но все равно, когда уже идти-то можно, когда уже почистят. Эта же группа работала около школ номер 72 и 99. Ситуация с расчисткой города от снега находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Жители могут присылать адреса, где требуется срочная уборка. В это утро также сотрудники администрации Октябрьского района и представители управляющих компаний вышли на расчистку улиц и тротуаров от снега. Заместители главы района, сотрудники МБУ поделились на звенья. За каждым закрепили участок работы. В первую очередь расчищали подъезды и подходы к социальным учреждениям, школам и детским садам. Есть указание главы города провести субботник. Мы с удовольствием это сделали, с удовольствием откликнулись и сами об этом думали, помочь нашим коллегам. Отработать главные маршруты, в том числе, которые закреплены за администрацией района. В первую очередь ориентировались на те объекты, где больше всего жалоб было от населения. Ну и дальше уже смотрели сами, провели мониторинг, посмотрели, где посчитали, пока еще недостаточно очищены тротуары или перекрестки, иные участки. Всего в расчистке территории Октябрьского района принимали участие 568 человек, более 30 единиц техники. Дворникам помогали владельцы и работники объектов потребительского рынка, сотрудники МБУ «Перспектива», сотрудники администрации, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН. За время уборки вывезено 750 тонн снега. Вся мужская, так скажем, половина вышла на уборку помогать коммунальным службам, потому что в этом году зима, как вы сами знаете, я, честно сказать, лет, может, 10-15 помню такую снежную зиму. Сотрудники администрации Октябрьского района говорят, готовы выходить на расчистку улиц и дальше. Ксения Баканова, Виктория Шарая, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События.